А как насчет завтра кенийского кофе? Я на все сто за. Ну, то есть завтра традиционная программа. Без катамаранов, без экстрима морского. Сегодня был горный, а завтра можно морской устроить. Да покажи это, руку с внутренней стороны. Вот, вот оно. На четвертом десятке лет замечталось совсем другое. Черепаший суп на обед и дымящееся жаркое. Если прежде не важен был стол, чтоб в душе не совсем опустело, то теперь по утрам рассол облегчает страдания тела. И уже не ложится взгляд на создания юные строжи. Пусть себе еще пошумят веселы, глупы и пригожи.